Следующий выступает Михаил Кригер, антивоенный клуб. Россия без Путина. Россия без Путина. Россия без Путина. Россия без Путина. А он перед вами весь черный, замазан черной краской, только мало как клеточка. Из Кремля идет зараза. Зараза – это вирус раболепства. И вот этот вирус распространяется по стране, и люди начинают во имя стабильности какой-то, раболепной такой стабильности, вот идти на эти митинги. Ну, надо от этой заразы спасать страну. И вот мы начинаем это делать. Этой самой заразы рабства, которая идет из Кремля. Все это просто выдумки под выборы. Нам говорят о том, что у Путина большой рейтинг. Чтобы вся страна знала, что здесь сегодня 10 ноября в Москве. Есть, еще ручки не видно. Сзади не видно, где сзади не видно. Максим. Все, речь не идет о поддержке культа личности Путина. Мы поддержим его курс и просто хотим, чтобы курс, который он начал, который заложил фундамент развития страны, продолжился после думских и президентских выборов. Мы приехали сюда выбрать национального лидера, поддержать курс Владимира Путина.